Слава Господу, братья и сестры! Я рад этой возможности быть сегодня с вами снова. Мне очень приятно возвращаться в то место, где я получил, скажем, духовное благословение. Мне очень приятно возвращаться в Украину, потому что это наша родная земля. Здесь по особенности своя земля и пахнет совсем по-другому. Мне очень приятно быть здесь, потому что я так вспоминаю, 22 года назад я выходил по этой посерединке здесь, было служение, и тут была кафедра. И здесь была кафедра, вот, и эти воспоминания, это очень хорошие были благословения, когда я покаялся здесь. Вот. Было очень приятно и мне. Потому что здесь были мои родственники, дедушка мой, он ушел в вечность, сидел здесь, я все это помню. Вспоминаю, как мы служили также с музыкантами, здесь у нас была группа, несколько групп было. Так же самое, как ваша группа молодежи, начинали, пели. Здесь просто, здесь я учился прославлять Бога, в вашей церкви я учился слушать голос Божий. Научался тех проповедей, какие говорили благословенные братья, они сейчас уже в возрасте. Вот. И очень приятно, что Господь меня именно привел той дорогой, тем путем, что я здесь, я имел возможность покаяться и найти Господа в этой церкви. Я прославляю Господа, и это дает мне уверенность. Я люблю славить Его, люблю проповедовать. Это есть мое служение, и я избрал этот путь. Вот. И Господь прославляется в моей жизни. Он учит меня чему-то, и я благодарю, что наш Господь, Он сильнее всех сил. Он сильнее всех сил. Вот. Так что пусть Господь вас всех благословит. Вот. Вы Его дети, я знаю, что Он вас очень любит, я знаю, ваши братья-служители, они помазанные Господом, и хорошо находиться в доме Господнем. Пусть вас Бог благословит. Я Его хочу прославлять и буду прославлять, потому что Он достоин славы. Он очень много сделал для меня в моей жизни. Вот. Сегодня расскажу, что Господь сильнее всех сил. Я признаюсь в своей любви к Нему, в этой песне. Мне очень приятно. Пусть будет это моя проповедь и свидетельство мое.
словах в этой песне я хочу сказать, что мы избрали этот путь, путь Божьей славы, где слава Божья будет наполнять наши лица, наши сердца вечно, где мы будем иметь покой и радость. И надо, как говорили ваши братья, они, чтобы начать нашу жизнь, мы где бы мы ни находились, где бы судьба наша не была, и как бы мы ни жили, надо твердо идти по тому пути, который ведет домой. Это путь святости, чтобы мы всегда имели святость, чтобы мы всегда имели мир с Богом. Так увлекся музыкой, что это было.
Есть один брат, который также служил здесь, был служителем, благословенный брат. Вот, он переехал из Вашингтона в Калифорнию к нам. И он был служителем здесь. Это Путинцев Виктор. Кто знает Путинцева Виктора? Очень благословенный брат, здоровье имеет, семья у него хорошая, внуки с внуками нянчатся. Перед вам большой-большой привет. Пусть вас Бог благословит. Thank you.